На этом канале в какой-то трансляции рассказывали про 100 килокалорий в виде трех яблок. И типа через эту практику заход. Вопрос, пробовал ли автор или ученики такой метод? Ну, я так полагаю, что, наверное, это, можно сказать, что это малоедение. Но я бы, наверное, была очень аккуратна с таким малоедением, потому как все-таки ребята должны понимать, что пока у нас организм не перестроился на внутреннее питание, пока он не начал вырабатывать свои витамины и микроэлементы, то, наверное, даже малоедение, оно должно быть каким-то максимально сбалансированным, чтобы по максимуму избежать сильного выпадения волос. У кого-то расшатываются зубки, у кого-то кожа очень сильно сохнет. И чтобы вот эти нюансы как-то немножечко сгладить, я все-таки рекомендую, чтобы малоедение, оно тоже было разумное. И если какой-то один фрукт или овощ остается, то, наверное, нужно смотреть за своим телом. Я не пробовала так, у меня не было такого сильно прям малоедения, я как-то сразу же начала на сухие ходить. И у ребят, которые проходили со мной марафоны, ну, тоже особо не рассказывали, что они были там на каких-то яблоках. Такого опыта нет. Хорошо, Светочка, вот здесь добавочка есть у нас от Алины о том, что она спрашивала про предназначение и малоедение. У нее малоедение – это раз в день фруктовый фрукт. Вот, так что, собственно, наш человек. Ну да, это ближе, наверное, все-таки к какому-то облегчению своего аватара, к облегчению сознания. Но и наверняка вы сможете прийти в это состояние, но я пришла другим путем, поэтому подсказать я вам не могу. И все же малоедение, я считаю, это, ну, это мое мнение, да, когда я просто по себе скажу, что малоедение – это, наверное, когда ты не каждый день кушаешь. Потому что если у тебя каждый день идет процесс пищеварения, это все-таки еще идет еда. Потому что если мы будем прислушиваться к своему организму, вот такое вот интуитивное питание, да, то интуитивное питание нам показывает, уже доказано учеными, что кушать мы хотим примерно раз в месяц, раз в 2 дня, ой, раз в день, раз в 2 дня. Вот. И когда люди начинают говорить, что я мало кушаю, кушая один раз в день, это для нашего организма, для нашего взрослого аватара, когда у нас завершился процесс роста в организме, то это стандартная нормальная еда. То, что мы его расширили до 3 раз в день, то это не норма, это просто мы расширили по каким-то своим причинам. Вот, поэтому малоедение – это, наверное, скорее всего, что когда вы кушаете хотя бы там раз в 2 дня, раз в 3 дня, это по моим меркам.